Медитация для привлечения успеха в работе и бизнесе. Друзья, привет! Сейчас мы с вами сделаем медитацию на то, чтобы все, что вы делаете, у вас получалось и приносило вам радость. Эту медитацию успешно применяют мои друзья, мои коллеги, мои ученики и дают замечательные отзывы. И прежде чем мы начнем ее делать, я хочу вам сказать, что мы с командой подготовили для вас целую серию таких вот актуальных медитаций и видео, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и следите за обновлением моего канала. А сейчас я хочу, чтобы вы приняли любую удобную для вас позу. Абсолютно неважно, будете вы при этом сидеть или лежать. Главное, чтобы вам при этом было максимально удобно и комфортно. И чтобы вы максимально хорошо ощущали свое тело. Это важно. Сейчас мы о нем дополнительно позаботимся и поможем ему еще качественнее расслабиться и прочувствовать самому себя. Давайте прямо сейчас расслабим стопы. Теперь расслабим голени. Теперь расслабим бедра. Расслабляем промежность. Расслабляем живот. Мягко расслабляем солнечное сплетение. Грудную клетку. Плечи. Предплечья. Кисти рук, чтобы каждый пальчик ощущал себя комфортно и расслабленно. Проверяем, насколько хорошо расслаблена нижняя челюсть, язык, который лежит на основании верхних зубов, на верхнем небе. И теперь расслабляем свой взгляд при открытых или закрытых глазах. Расслабьте свой взгляд. И теперь давайте сфокусируемся на своем дыхании и будем отслеживать свой вдох и выдох. Вместе с путем воздуха, который он проходит входя в вас и покидая ваше тело, чтобы опять в него сойти.
Если вдруг приходит какая-то мысль со стороны, это очень здорово. Потому что именно так мы тренируем свое внимание, которое обладает огромной мощью. Потому что все, на что мы свое внимание направляем, именно то в нашей жизни растет и множится. Именно поэтому такая мягкая тренировка своего внимания и возвращение его туда, куда вам нужно, очень полезно вам. Каждый день. А сейчас мы проверим качество расслабления своего тела и своих эмоций. И еще больше и глубже расслабимся. На три счета. Расслабляем мышцы тела. Раз. Расслабляем мышцы тела. Два. И расслабляем мышцы тела. Три. Хорошо. Теперь эмоции. Расслабляем эмоции. Раз. Расслабляем эмоции. Два. И расслабляем эмоции. Хорошо. Как такая тоненькая шелковая ткань, которая расслабленно колышется под легким-легким ветерком. А теперь на три счета мы будем погружаться в пространство своего мозга. Погружаемся в пространство мозга. Раз. Погружаемся в пространство мозга. Два. И погружаемся в пространство мозга. Три. Хорошо. Вы уже можете заметить, какое оно огромное и бесконечно доброе это пространство. Это ваша личная вселенная. То самое место, где вы творите свой мир. То самое место, где вы реально можете себя усилить. И усилить те явления в мире,
которые вы хотите усилить. Потому что именно здесь вы выбираете, как позволить проявиться самому себе в этой жизни. И пока вы дышите, вы уже можете в полной мере прочувствовать, как пространство вокруг вас меняется. Меняется от одного вашего дыхания. Потому что когда мы пропускаем воздух через свое тело, мы снова отдаем его в мир, но уже как часть себя. И то же самое происходит в моем деле, потому что я выдыхаю его в мир, пропустив через себя, насколько мое дело наполнено моей энергией и какого качества эта энергия. Это зависит от того, что я в себя осознанно вдыхаю и чем себя наполняю. И когда я это осознаю, то я могу спокойно осознать себя причиной всего, когда это все зависит от того, каков я, от того, каков я, это мой личный выбор. Потому что мир готов отдавать свою энергию в виде денег за нашу энергию. Энергию, которые мы придаем разные формы. Формы продукта. Формы знаний. Формы навыков. Формы соглашений. И именно поэтому прямо сейчас вы можете осознать, насколько важно то качество энергии,
который вы наполняете свое дело. И то, что оно дает в этот мир. Мир всегда отражает нам, нас. И нужное действие всегда формируется из нужного состояния. И когда я действую из состояния, я максимально чувствителен, и я творю будущее в моменте. И именно на стыке внешней реальной цели и внутреннего состояния я творю мое настоящее, которое плавно перетекает в мое будущее. Прямо сейчас. Потому что то, что у меня будет, у меня уже есть. Есть. Уже сейчас. И прямо сейчас, в моменте, я создаю себе эти источники радости. Друзья, пишите мне в комментариях, какие чувства у вас возникали по ходу нашей медитации. Мне это важно знать, потому что я хочу делать мой канал еще более сильным, еще более полезным для вас.